Крыму во все жилые дома вернулось тепло. Как сообщили власти республики, больше не простаивает ни одна котельная. После запуска первой очереди энергомоста из Кубани отопление появилось и во всех школах, подключенных к централизованной системе. В остальных помещения обогреваются с помощью дизельных генераторов. Это позволит с понедельника возобновить занятия в образовательных учреждениях, ушедших на вынужденные каникулы. Исключение Ялты и Джанкой, там мощности автономных источников пока не хватает. Решать проблему будут на сегодняшнем заседании штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. Надежды на улучшение ситуации связаны со строительством второй нитки энергомоста с материковой части России. Она, как ожидается, тоже сможет заработать раньше срока, уже через 7-10 дней.